американский миллиардер-инвестор Марк Кьюбан утверждает, что будущее за биткоином и блокчейном. Бизнесмен выступил против различных утверждений о том, что ведущая криптовалюта не является реальной и не имеет внутренней ценности. Миллиардер заявил, что биткоин сравним с традиционными акциями, которые инвесторы могут покупать и продавать. Также он признался, что уже давно хотел купить биткоины. Отметим, что эти заявления бизнесмена противоречат предыдущей его позиции, когда Кьюбан назвал биткоин пузырем. Однако недавние шаги компании Кьюбана довольно оптимистичны в отношении криптовалют. Этому свидетельствует активное инвестирование в проекты ICO и блокчейн его командой.